А без замес. Ты меня хочешь починить? Красивый. Красивый, очень красивый. Зеленовую машину победил. Сверху есть Modern Warfare. Первый давно, но перед тем, как выйдет второй, я, наверное, пройду первый. Серьезный Сэм. Ну, то надо весело играть, чтобы было толпой ходить, да. На канале много игр было, посмотрите в плейлистах. Заходите в плейлисты, и там как бы все есть. Красиво. Жахнул ему прям по сраке. Привет, Григорий. А Бэшка-то нормально вытанковала, да? Я там выжил в таком замесе. Стоит. Блин, ехать очень опасно. Ладно. Справа еще есть один. Так. Десятый. Я танканул. Прям нормально было. Супер агрессия прям. Чисто берсерка включил и поехал. Взял два топорика и порубил их. О, имба вот. Все понятно, имба вот. Все, да? Все. Чисто проехал катком. Нормалек. Капец, она живет. Бля, это лучше, чем Турм, 100%. 100%. Не знаю, мне вот прям вообще нравится. Она вообще танкует, как не в себя. Блять, на Турм все давно бы отсосал здесь уже. Теплака нет, да он по факту и не нужен даже. Он просто десятку настрелял. Без промаха. Вообще отлично. Опа. Полетел. И не скажете, да, что под респом стоял? Я чисто ехал и все. Как мне японская РСЗО МЛРС. Я на ней ядерку набил. Посмотрите, у меня есть на канале видео. На МЛРС была ядерка. Я там просто уничтожил всех.
Не, 64-ка приятная, машина бэшка. Она танкует нормально так. У нее накладка на НЛД есть. У нее 9.3, у нее теплака. Но теплак по факту не нужен. Типа, если ты не слепой, то теплак тебе не нужен. Просто едешь, она и танкует. Я считаю, ну, а там это визель стрелял. Так что что-то я бы там, ну, ствол мне мог выбить. А так я нормально потанчил. Навалил прям как надо.